сюда? Да. Давай, ой, а скажи, там все, там все, темно. Да, а, все. Я вот его вызвал. Сейчас тот приедет лифт, который большой. Нет. Я вызвал. Так. Девочку. А, похоже, это не работает. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну, это точно работает. Это что-то, походу, нет. Вот там зависит от этажа. Сейчас посмотрим. А что на восьмом-то? Он, ну, кабина на восьмом этаже стоит, по ходу дела. Думаешь? Да, сейчас посмотрим. Давай. Сейчас посмотрим, что там с ним. Да. Еще ниже. Еще на один этаж ниже. Седьмой. Вон он. Да, да, да. Видишь, что с ним? Ну-ка, заходи-ка. Ага. О, нет, это надо же, это работает. Ну-ка. Ну правильно, вызвали сколько? Нажимаю первый. Ну правильно, сколько там понажимали на этих вызовов, и поэтому. Да, 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 да. Еще нажимай. Нажимаю, нормально. Нормально вообще. Да. Я не удивлюсь, если на втором остановимся. По-моему, второй. Нажимай. Нажимай. Ну что, так будет с остановками ехать, что ли? Да, вот с остановками меня. Ой. Ой. Как бы не облокачивайся на меня. Не облокачивайся. Вот, теперь это первый. Ага. Слушай, о. Я сейчас проверю, как ходит. На третий поеду, сейчас проверю. Давай. Нет, здесь нормально. Да, здесь нормально. Так, ну-ка. Значит, этот лифт просто поставлю в режим погрузки, вот и все. Да, скорее всего. Он в режиме погрузки стоит. Ну, я думаю, что обратно уже будет нормально ехать. Не, вот сейчас нормально. Да. Ну правильно, потому что сейчас там вызывали, и поэтому мы ехали со всеми остановками. Если сейчас поедем на 12, мы точно опять будем ехать со всеми остановками. Да, да, да. О, слушай, а вот это, кстати, табло рабочее. Слушай, а ты можешь прокатиться до третьего и вернуться обратно? Могу. Прокатись, пожалуйста. Да, конечно. Прокатись и вернись обратно. До третьего? Да. Хотя бы до этого. Совсем?
Все. Я заснял просто табло. Да.